Партнер проекта – сеть магазинов «Пальмира». «Пальмира» – всегда широкий ассортимент оригинальных и неоригинальных автомобильных запчастей и аксессуаров от ведущих мировых производителей. Нет, никого не знаю. Хорошо. Слишком много дел, хлопот, своих проблем, которые надо решать. У меня нет времени даже вникать в эту структуру. Много детей. Фокин Павел Сергеевич, министр социального развития. По новостям слышала. Недавно они с губернатором также объезжали наши края, опрашивали, осматривали, следили также за нашим обществом. Конечно, нам надо знать наших правителей, ну, которые следят за социальным развитием именно. Это очень для нас важно. Я как журналист знаю полностью состав правительства Пермского края. Тут важно не то, чтобы знали министра или не знали, знали то, тут более значимо то, есть ли какие-то общественные приемные и возможность общаться с жителями, и жители знают структуры, в которые можно обратиться, если у них возникли какие-то проблемы или вопросы, чтобы им помогли. А так это же, в принципе, функция просто. Человек, выполняющий определенную функцию, и все. Тут персональный состав, мне кажется, не столь важен. Я слышал, что там назначают из других областей, кого-то ставят министрами, фамилия, не помню. И вообще последняя тенденция все время, постоянно из каких-то других регионов людей привлекают. Даже был министр здравоохранения, какая-то женщина. Лариса Касина, министр образования Пермского края. Ну, на пресс-конференциях бывает обращался к Ларисе Касиной. У нас в каком-то году отменили стипендии учеников, когда еще учился в школе. Стипендии поощрительные за отличную учебу. Их отменили. И, естественно, встал вопрос, почему? И тут подвернулся шанс. Мы встретили госпожу Касину и ей лично задали этот вопрос. И вот тогда мне пригодилось это знание. Знание в лицо, знание, как зовут. Нет времени, чтобы узнавать. Но я бы даже узнала бы с интересом. Интересно знать. Знаю министра здравоохранения, но не припоминаю, как зовут. Познакомился я с министром на мероприятии, на котором был я волонтером. Пожалуй, нет такого министра, который вот действительно бы что-то такое за последнее время сделал, что на слуху. Поэтому никого не назову. Как-то не интересовалась. Нужно знать, нужно интересоваться, потому что это у нас же демократическая все-таки страна, демократия, политика и все-таки власть народа, и народ должен быть в курсе о всех политических событиях. Расширение кругозора и чтобы каким-то образом все-таки принимать активную жизнь в политической части нашей страны, даже города, не знаю. Вот. Поэтому это ваша заслуга. Теперь мы будем участвовать в политической жизни нашей страны.